На повестке совещания общественности ряд вопросов к власти. Так неравнодушных жителей Субсеха интересует судьба участка под спортивным полем. Данный земельный участок, у него целевое назначение – это спортивная площадка. Почему администрация не может заставить данного человека использовать данный участок? Он стоит уже много лет. По данному участку администрация города совместно с управлением архитектуры не раз обращалась с заявлением в суд с целью обязать арендатора устроить спортивную площадку. Плану, по-моему, там стадион, спортивный комплекс, там неважно, да, вот, да, там, то есть, по-моему, там должно было быть что-то многофункциональное, то есть спортивные объекты, чтобы там могли пожить спортсмены, потренироваться, но основа была спорт, поэтому нас не устраивает, и мы начинаем с ним судиться. Общественность, в свою очередь, выступила с инициативой собрать подписи жильцов в поддержку администрации. Также жители обсудили несанкционированную торговлю на улицах и пляжах села Суко. Этим летом муниципальный контроль совместно с общественниками принимали активное участие в борьбе с нелегальной торговлей. Роль таких совместных собраний с общественностью неоспорима, ведь при подобных встречах создается откровенный диалог между администрацией и жителями сельских округов.